Московское долголетие – это не просто проект, чтобы долго жить. Это проект, чтобы долго и активно жить интересной жизнью. Сегодня мы говорим о людях, которые уже изменили свою жизнь к лучшему. У нас в студии участницы проекта «Московское долголетие» Вера Гущина и Маргарита Серебряная, а также народная артистка РСФСР Анна Шатилова. Вера Ивановна, я так понимаю, что это все ваше, да? Вот это вся, вся красота. Да. Да. Что это? Это вы заработали все на проекте «Человек идущий». «Человек идущий» — это он входит в проект «Московское». Это последний проект был. В октябре закончился. «Московское долголетие» Юго-Восточного административного округа. Значит, вы живете там, на Юго-Востоке. Это я там, да. Это же все за участие в проекте, да? Нет, здесь разное. Здесь и соревнования по скандинавской ходьбе. А вот «Человек идущий» — вот это награда. Да. Да. Вот это. Да. Вы победитель. Это округа, в рамках московского долголетия. Это да. Да, но это, ну, все это, вы понимаете, все, что связано с нашими вот этими вот занятиями, с нашим удовольствием, это вот все мы в долголетии. Потому что я там чем только не занималась. А как вы туда попали? Как? Вы же... Вышла на пенсию, дома сидеть. У меня работа была такая, знаете... Какая? В управлении при Министерстве энергетики, в снабжении. Вот и энергия. Да. Вот она энергия. Куда ей надо было идти? Мы всю нашу Россию снабжали энергетиков. Соответственно, все, что нужно для работы. Металл, одежда, кабель. Ну, все. Я все время ходила. Я сколько себя помню, я... Ну вот и стройная, и красота, все налицо. Нет, 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 вы не думайте. Я не уж не такая стройная была до проекта, до этого. А, да. То есть это благодаря все московскому долголетию. Это вообще просто особая благодарность от меня, этому проекту и вообще вот этой вот ходьбе. Но вот это направление, почему вы выбрали? Вам кто-то посоветовал? Да нет, просто тренер по ходьбе скандинавской. Да. Это он мне предложил, говорит, ты не хочешь, говорит, вот, пройти с нами, войти в нашу команду. Я так думаю, я говорю, мне надо попробовать. Я говорю, я не знаю, смогу я или нет. Потому что там такие были, знаете, очень строгости во время ходьбы. Хочу добавить, ведь это, Вера, вот только шаговая ходьба, это не исключало, что она могла, ведь вот они все, кто, так сказать, уже детей вырастили, внуков вырастили, одна дома, а тут коллектив, знакомство, танцы, пение, точно, любовь. Понимаешь, что жизнь закипела что просто ее не остановить. И, пожалуйста, Вера могла, хотела и иностранные изучать, и интернет. Это такой проект. Это чудо какое-то. Нет, это просто... Я вообще... Мне так жалко людей, которые вот до сих пор еще не в нашем проекте. Да. Я не знаю, они очень много теряют. Я они думаю, все, что они после вашего жизни, рассказа... Они полжизни потеряли. Говоря, а сколько свадеб уже было? Я тебе расскажу сейчас, секунду. Много было. Там концертный зал «Россия» в Лужниках, который бал. Мы с Марком Тишманом ведем. Даже Сергей Семенович пришел, чтобы поздравить. Наши мужчины уже... пенсионного и далее возраста, седые, фраки, бабочки, женщины все красивые, в длинных платьях. Свет сделал. Наши женщины такой красоты. И такие демонстрировались моды. И вдруг стоп. Мне говорят, Анна Николаевна, а сейчас объявите для всех вот сидящих, а это старинный зал, сюрприз. Думаю, какой сюрприз? Дорогие друзья, сейчас там этажом выше идет свадьба. Свадьба проекта «Долголетие». И сейчас к нам сюда, в этот зал, спускаются молодожены. Им под 90 лет. Красоты неземной. Он в белом костюме, она в белом, седоволосые. Мы все встречаем их аплодисментами. Им какие-то... Это опять же результат долголетия, ты понимаешь? Да. Вот что творит проект «Долголетие». Да, да, да. Я упиваюсь, я счастлива, что привлечена была к нему. А вот в этом году ведущей. Было это самое, на ВДНХ вальс. Да.
Да-да-да. Тоже от долголетия. Слушай, а парк Зарядье летом, солнце светит, все трибуны заняты зрителями, и наши женщины из долголетия идут, понимаешь, здесь, по этой, по травке, по дорожке, показывая моды. То есть это, я говорю, возможностей и красоты пения, танцы. Я думаю, что возможность найти жениха, да. Это вот... Самое главное, вы подумайте об этой опции. Я с вами не согласна. Екатерининский парк. Почему? В чем дело? Сейчас расскажу. Вот я недавно вернулась буквально 2 дня из санатория. Я очень люблю танцевать. Ну, двигаться, это да. Само собой. И люблю танцевать. Значит, вечер танцев 5% мужчин, 95% женщин. В долголетии, в той области, куда я больше увлечена. Мужчин практически нет. А вы танцами занимаетесь? Нет, я танцами не занимаюсь. Так. Просто вам нравится. Я люблю двигаться. Так. Я много лет ходила в разные клубы московские и занималась всем подряд. Без долголетия, без проекта. Да, ну я долголетие всего пару лет. Да. До этого я считала, что я еще очень молодая для долголетия. Поэтому до 75, можно я так скажу, до 75 я занималась всем. И гантельки, и это, и то. То есть довольно активными видами спорта. В 75 я решила, что пора завязывать. И вернулась в московское долголетие на стретчинг, на пилатес. У московского долголетия очень много плюсов. Первый из них – это то, что это близко к дому. Это всегда удобно, это можно подойти пешком, и все. Во-вторых, выделяются хорошие помещения для этого. И соответствующий спортивный инвентарь. И прекрасный тренер. Вот сейчас у нас группа, мы в Щелковском занимаемся. Потрясающая девочка с нами занимается. Настолько честно, настолько самоотверженно, настолько увлеченно, постоянно 30 человек приходит на занятия 3 раза в неделю сейчас уже. Но мужчин все равно не хватает. А мужчин нет вообще там. Ну... Это обязательство каждого прийти. Потому что вопрос московского долголетия, на мой взгляд, не сколько, а как. Сколько прожить? Может, Бог нам дает. Может быть, еще что-то. А как прожить? Это как раз московское долголетие. Да, это... Нам и позволяет прожить интересно, весело, энергично, продлить. С удовольствием. И продлить. И общение. Потом, соответственно, и общительно. И, это, и продлить жизнь. Вот вы-то, вы только лицо проекта, или вы тоже участвуете в чем-нибудь? Нет, я как... Вот скандинавская ходьба, да. Палки. Я помню, мы выезжали в какой-то был Совет Федерации, что-то проводил в другом городе. Я была приглашена как ведущая. И там вот тоже вот что-то началось, и мне дарят вот эти какие-то палки. Я ленинградская какая-то компания. Я говорю, да что вы, я оскорбилась. Вы понимаете, ну как это можно? Так, кстати, показать, говоря, да, показать, что я инвалид, что ли? Когда нам на телевидении еще вот говорят, Анна Николаевна, главное, вот звание будет вам ветеран. Я говорю, вы что, я еще работаю. Все, а теперь я понимаю, звание ветеран дает столько преимуществ, и транспорт, и квартиры, и все, что хочешь. И вот мне дарят палки эти. Я говорю, вы что, прям оскорбилась, покраснела. Ну, Анна Николаевна, вдруг вам еще Светлана Светличина, она говорит, Ань, ну возьми, может пригодятся. И они так вот пригодились. У меня теперь и за городом палки. Все лето я по своему участку, саду, огороду с палками. У меня в доме, дома тоже палки, и я, так как целый день сейчас гололед, особенно не выйдешь. Да. Но в 9 вечера, 9:30, каждый вечер я выхожу с палками от подъезда до подъезда, проверила, как не поскользнусь ли, и я целый час с палками, с этими же палками я дыхательную гимнастику всякую замечательную, то есть я без палок, единственное, Екатерининский парк рядом, люблю его, обожаю, когда-то на лыжах, но все-таки с палками туда я стесняюсь. Просто хожу, там тренажеры тоже, все на улице. А вам надо перешагнуть. Но стесняюсь я. А вот дома, когда меня не видят или вечером, без палок никуда. Ты что? Красота. Не говорили сегодня о тех занятиях, которые идут онлайн. Не все, возможно, но так много интересных предложений, невероятно. История драгоценностей, культура там, питания, здоровье. Ну, и, каждый, и прибавляется каждый раз. Постоянно новые предложения. И это все от долголетия. Все от долголетия. Ну, такие интересные темы. И
по Зуму, сидите дома, смотрите. Вот про Нову я сейчас прошу с человеком после рекламы, который занимается профессионально московским долголетием, а вам, ну и нам, мужчинам тоже, желаю долгих лет жизни. Вам желаю мужчин, нам желаю таких вот прекрасных. Нет, Евгений, присоединяйся. Присоединюсь, да. Безусловно. И как раз именно про это, что будет нового в проекте «Московское долголетие», мы продолжим разговор после рекламы.